Всем привет! Сейчас мы едем по центральной улице Геленджика. Улица, как Яна? Луначарского. Направляемся в супермаркет Перекресток. Распаковка покупок, да? Ну, рассказывают, да. Едем по улице Халтурина. Сейчас заедем в магазин. Очень смешное название. Зазуля. Это ж кукушка по-русски. Хозяин не украинец. А, мы-то как-то шли на этот, на автовокзал, да? Ага. Красных партизан улица. Наверное, партизаны жили. Частный сектор получается. Вверху горы в тумане или в облаках, как это называется. Помнишь, мы на колесе обозрения ты маму залазил в кофту? Да. Пиво пили. Пойдем еще, да? Пойдем еще. В конкурсе поучаствуем. Муравей для сада и огорода товары. Это, наверное, база какая-то, да? Ты снимаешь? Да. Здесь магазин-то, да? Нет. А нет? Можете выключить. Ага. Вот такой въезд. Тоже типа баз, да, наверное? Это числово. Значит, овеки, получается, скупляются. Не совсем опыт. Ага, слева. Все, пойдемте. Вот это магазин. А, оно отдельно все, да? Ага. Это мы в мясном павильоне. Сейчас вам покажу, какие тут цены. Получается. А? Ага, замороженное. С одной стороны замороженное, это приправы. Вот написано, ты видишь? Фарш. Фарш куриный. Куриный. Фарш куриный. 237. Так, тут маслины. Вот смотрите. Кормилица фирма. Получается 54 по акции. Горошек 44 рубля. А там свежая, да? А с другой стороны получится свежее мясо. Вот баранина, лопатка, задок 470, говядина на кости 595, лопатка говяжья. А есть вырезка, чтобы папа брал? Грудинка, мякоть говяжья, ребра, брюшина.
видишь? Не вижу. Все? А вырезки нет, да, свиной? Вырезки. Ой, вырезка. Ага, это рыбный, да? Ага, вот рыбный. Не будем заходить, нам сегодня не надо. Теперь зайдем. Получается, здесь все остальное, да? Аня, если хочешь, и хватай. Так, вот такой магазин. Если красный, то, ну как это, донецкий. Дедушка покупает. Это значит скидки, да? Если красный чек. Почему нет? А что это? Ну, почитай, напиток с ягодами винограда. Такого говорит, у нас нет. Так, рис 190 рублей. Кускус 108,84. Это сахар. А, это сахар, который, видишь, какой? По 105-125. Так, что тут еще такая? Крупа пшеничная, хлопья, пшено, чечевица. Рис пропаренный в пакетиках. 54 рубля. Домашние гарниры. А? Вот такие большие есть. Это барилья, да? Или как? Для чего, неинтересно? Начинять. Вот такие можно купить, начинить фаршем. А это для лазаньи. 200 рублей. Так. Ничего за здесь. Получается, приправы, лапша для китайской еды всевозможные. Лапша вок, бобовая лапша с соусом. Смотри, какое интересное. Угу. Под пай. Тай. Тарияки. Да. Устрияки соус. Угу. Где Сережа? Тут специи. Пойдем дальше. Заморозка пельмени советские, сухумские, русские, ага, цена. Дима говорит, снимай медленно всем цену, мужикам на работе интересно. Ты по пиву пробежала по спиртному, ничего не видно. Я говорю, хотела бы это вот такое добавка. Это что такое? Спирт ничего не видно. Нет, я острое не очень люблю. Такие? Есть? Да, корейского, китайского. А есть очень острые соусы? Соленья. Да, сейчас поверну. Дима, твоя капуста и морковка. Ну, я не могу. Ну, хорошо. Яблоки, сливы, спаржа. Так, с этой стороны получается креветки всевозможные. Вот цены. Замороженные, сухая заморозка. Ну, примерно мы вот такие покупали, да, только их больше, по-моему. Миди, Анина любимая еда. Хорошо, ресторан. Ну, в принципе, цены. Начиная 400-500. Выбираю дом по цене, в принципе, название. Яна решила колбаской разжиться. Яна, какую ты рекомендуешь покупать? Это реклама.
Ну та, которую, помнишь, вы брали, когда в этом. Вот получается российская колбаса. Столичная. Все натурально. Да? Вот такие цены на колбасу. Двести, 300, 500. Паштет. Зельц. Вот такой мы типа мы берем. Птичка счастья. Какое? Женское счастье? Птичка счастья. Ну, это личное счастье. Это на подарок можно, да? Тоже. Ага, леденец с дозом, и ты молодец. С Новым годом, короче. И что это вот одна стоит? Речь, вот это одна стоит столько? Подлизывайся. Да? Ну, да. Вот мишки. От офисных страданий. Так гуськом все идем в машину.